Эрмитаж делает подарок. Это бесплатное посещение главного музейного комплекса и главного штаба в День знаний 1 сентября. Можно будет увидеть постоянные экспозиции и временные выставки. Бесплатно посетить музей смогут дети до 18 лет, студенты-курсанты, аспиранты, адъюнкты, интерны и врачи-ординаторы российских учебных заведений. Билет можно оформить на сайте музея. На входе потребуется документ, подтверждающий принадлежность категории, указанной в билете. Сопровождающие должны приобрести обычный входной билет. Кроме того, бесплатно посетить Эрмитаж могут дети до 14 лет в любой рабочий день музея –